Интернет-герой, который спас мир от вируса WannaCry, арестован. Как сообщает BBC, Маркус Хатчинс, 23-летний специалист по информационной безопасности Национальной службы здравоохранения Великобритании, который предотвратил распространение вируса WannaCry, был арестован ФБР в Лас-Вегасе. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, его подозревают в причастности к созданию и распространению банковского вируса Кронос. Напомним, что Кронос впервые появился в сети в июле 2014 года и похищал банковские данные.